Акция «Дети для детей» вновь собрала под крышей Дома культуры всех неравнодушных туруханцев, готовых принять участие в общем добром деле. И цель у нас одна – адресная помощь детям туруханцев, у которых имеются проблемы со здоровьем. Главные участники акции – тоже дети. Каждый концертный номер и творческая работа, сделанная их руками – это подарок от души и сердца. Но рядом с юными артистами и мастерами всегда взрослые. Организаторы акции, родители, руководители творческих коллективов, педагоги школ – просто добрые люди. И каждый раз, собираясь вместе, мы совершаем маленькое чудо. Согреваем от одиночества, дарим радость и надежду. Yeah.
год проводится наша акция. А семерка – магическое число. Я бы даже сказала, волшебное. С семеркой связано столько удивительного. Ну, к примеру, музыка. Она получается такая разная, а нот всего… Правильно, нот всего 7. Это же настоящее чудо. Я могу и дальше перечислять. 7 цветов в радуге, 7 дней в неделе. А еще есть такой цветок, который может исполнять желание. У него ровно 7 лепестков. А называется он... Цветик! Семицветик, все верно. Когда-то этот волшебный цветок помог девочке Жене исполнить мечту одного мальчика, который очень хотел выздороветь. Она пожелала, чтобы мальчик был здоров, и волшебный цветок исполнил ее желание. Сегодня героиня этой сказки Женя – наша гостья. Встречайте! Зовут его
Олли Лукойе. Правда, живет он очень далеко. Вот если бы... Кажется, я поняла, о чем вы хотите меня попросить. Волшебное заклинание цветика-семицветика в одном мгновении может перенести вашего сказочника к нам. Но только лепестков больше нет. Но я все равно попробую. Ведь сегодня особенный день. Значит, чудеса должны обязательно сбываться. Нужно только поверить в это всем сердцем. Если мы произнесем заклинание все вместе, думаю, что у нас все получится. Ведь это будет доброе желание. Мы загадаем его для всех. Тогда повторяйте все вместе за мной. Лети, лети, лепесток, через запад на восток. А вернись вокруг земли, быть по-моему вери. Хочу, чтобы Олли Лукойе оказался здесь. Здравствуйте, мои дорогие дети. И взрослые здесь. Значит, что-то важное случилось. Раз все собрались. Ну и зачем вы меня побеспокоили? Разве вы не знаете, что я отдыхаю перед работой в это время? Уважаемый Олли Лукойе, вы нас простите, пожалуйста, что мы вас так беспокоили. Но нам очень нужна ваша помощь. Да, мы хотим сделать детям подарок. Рассказать новую сказку. Ну, а вы самый лучший сказочник. Смешные вы взрослые. Ну, неужели вы не помните, что я обычно прихожу вечером перед сном? Поэтому меня еще называют Олли «Закрой глазки». Знаем, знаем. Вот. Над послушными детьми вы раскрываете свой цветной волшебный зонтик, и им снятся увлекательные истории. А для непослушных детей зонтик простой, без сказок. Но здесь, поверьте, собрались только послушные дети. Правда ведь? Вот. Зонтик у вас как раз тот, который нам нужен. Это мой любимый зонт. Ну, может быть, мы все-таки попробуем? Давайте представим, что наступил вечер, за окном стемнело, дети лежат в своих кроватках и ждут новой сказки. И тут появляетесь вы, настоящий гном! Самый добрый гном на свете. Раскрываете свой зонтик, и начинается сказка. Вот упрямая девчонка. Ну хорошо, хорошо. Я попробую, конечно. Но только я не обещаю, что мой зонтик сработает как надо. Спасибо вам большое, Олли Лукойе. Вы сказочно добры. Хорошо. Устраивайтесь поудобнее. Закрывайте глазки и слушайте. Стоит лишь зонтик мне повернуть, время отправиться в сказочный путь. На небе появятся звезды, луна, на землю опустится вновь тишина. Исполнит желание ваше любое сказочник добрый Олли Лукойе. Крутится зонтик цветной над кроваткой и превращается кресло в лошадку. Подушки становятся облаками, и убегает земля под ногами. И обернувшись сказочной птицей, ночь на плечо тебе тихо садится. Слишком много
Женечка, погоду он предсказывать не умеет. Но зато он прекрасно спасает от дождя. Как самый обыкновенный зонт. Вот так. А если его вот так покрутить, то начнется... Знаю, новая сказка! Правильно, но не простая, а музыкальная. Ну-ка, зонтик, раскрутись, сказка новая начнись! Сказка-небыличка, за морем синичка! Синичка, зимняя птичка, немного синичка ест и пьет, да весело живет.
Говорят, что музыка – это самая близкая дорога к сердцу человека. Пусть же сегодня она проникнет в самые укромные уголки наших душ и разбудит в сердце каждого чувство искреннего сострадания и любви к тем, кто беззащитен перед этим миром, без нашей общей поддержки и помощи. В стороне, проявить внимание, заботу может каждый из вас. Ведь доброта, как сказал поэт, не зависит от роста. И даже у маленького ребенка может быть большое, доброе сердце. Спешите добро творить, в беде чужой сердца открывать. Достаточно мимо не проходить, достаточно капельку помогать. По капельке каждый, и вот, ура! Вокруг внимательнее посмотрите. Море, нет, океан добра. Спешите творить добро. Спешите.
когда они просыпаются, мы хотим видеть улыбку на их лице. Ведь добрый день всегда начинается с улыбки. Пусть каждый новый день будет для всех детей только добрым и радостным.
Цветы, как люди, на добро щедры. И щедро людям нежность отдавая, они цветут, сердца отогревая, как маленькие теплые костры. Не случайно именно цветок, прорастающий в сердце, стал символом нашей акции. Для многих детей Туруханска он стал тем самым спасительным цветком, который согревает и дарит надежду. Надежды, сомнения.
Совсем скоро январские метели принесут нам светлый праздник Рождества. Но его добрый дух уже начинает витать в воздухе, с каждым днем приближая нас к началу рождественской сказки. Давайте все вместе пожелаем, чтобы рождественское чудо пришло в каждый дом, в каждую семью, каждому ребенку. А за окошком волшебную ночь полнолуния дарит всем сладкие сны доброй Оле Лукойе. В них и принцессы, и тролли, и даже колдуньи. Тихо, чуть слышно скрипят в тишине половицы. В мире таинственном сердце сейчас пребывает. Кружится близко, незримая, синяя птица, та, что на свете одна лишь такая бывает, бродит по снам ночь метельную маленький Оля, самый прекрасный и ласковый бог сновидений. Смотрит, чтоб ветер смел пыль с трав и листиков в поле, чтоб красота в сердце чистым легла отражением. Он же следит, чтобы ясными звездочки были, колокола, чтоб начищены с блеском сияли, а у души раскрывались для радости крылья, и все цветы на земле для тебя расцветали. Настоятелю Свято-Троицкого Таруханского монастыря игумену Софрониу. Добрый день, дорогие друзья! Данная акция напоминает нам о том, что среди нас есть дети, которые нуждаются в нашей помощи. Спасибо вам, добрые люди, за вашу отзывчивость, что вы прививаете детям добро, милосердие. В Священном Писании написано: «Будьте милосердны, как Отец ваш Небесный». И самое важное, когда мы воспитываем милосердие с самого юного возраста. Спасибо вам за помощь, за принятие участия в данной акции, за вашу помощь, за вашу отзывчивость, за вашу любовь. Божия всех помощь. Чем-то шепчет тревогу.
шепчет тревог. Все на свете дороги пройти и долететь до луны дети должны. Совсем чуть-чуть. Значит, эту сказку сделали мы сами? Совершенно верно, Женечка. И эта сказка, я вам скажу, мне очень понравилась. А как же чудеса? Ведь мы в них так верили. Так вера и есть главное чудо. Вера в добро, вера в свои силы. Я все поняла. Мы сами можем сделать эту жизнь радостнее, счастливее. И только для себя, но и для других. Даже если нет под рукой волшебного зонтика, и цветика, семицветика. Совершенно верно, Женечка. Но на этом наша сказка еще не заканчивается. Thank you.
друзья, сегодня, благодаря нашему общему участию, было собрано 95 500 рублей. Спасибо всем! Помните, человек не должен оставаться один на один со своей проблемой. Пока мы вместе, мы можем сделать больше. Здоровья вам, любви и добра!